Всем привет, привет, привет! Добрый день, Нью-Йорк с вами! Лето 17-го года. Предлагаю вам переместиться на мою кухню. И мы сегодня приготовим, очень легкий в приготовлении, вкусный и простой салатик. А из чего мы приготовим? Вы будете видеть по ходу нашего действия. Итак, присоединяйтесь. Вперед, вперед, вперед. Надеваем, конечно же, перчаточки. Берем палочки, начинаем их разбирать. Бананы у меня. Бэбички. Вот такие бананы видели? Ух ты. Плантейн. Плантейн или как? Плантаны по-русски. Плантаны, да? Плантаны. Их надо готовить, жарить. У вас сплошная экзотика. У меня тоже сегодня экзотика. Они такие вот именно темные, вкусные самые, да? Да, они невкусные. Грейс, ты знаешь, а я однажды покупала зеленые, ну чуть-чуть желтые были. И я думала, что они просто большие, невкусные, да, они. Окей. Вот такие должны быть внутри. У них кожа намного тоньше, чем у банана. И она не так хорошо слезает. Они такие мягенькие. Очень. Ты просто будешь резать и жарить, и все, да? Да, и все. А солить или что-то там надо? Не, они полусладкие будут. Это как на десерт или это как... Смотря где ты живешь. Ага. Особенно люди просто с едой едят. Но режут. С мясом даже, да? С мясом? Может быть, на обед с чем-то, как бы на сарань, как гарнир. Они чувствуются, как если банан так смотрелся, он бы был очень мягкий, но они как резина немножко чувствуется, очень. Именно на маслице, да? Да. Я очень масло, потому что оно полезнее, чем все не настоящие овощные масла. Короче, мы пытаемся есть все полезное, а не искусственно сделанное. Натуральное все стараемся есть.
Грейс, по крайней мере, старается. А я стараюсь, но у меня не очень получается. Вот такой запах, фрукты. Очень такой запах. Ароматный. Ароматный и какой-то фруктовый, ароматный, замечательный запах. Да. Так, ну все, пусть жарится, потом посмотрим, что получится. У нас сегодня супчик сырный с фрикаделечками. Очень даже вкусненький получился. Вау, много очень этих фриков. Нормально. Да, ничего. Вот это мы перевернули. Иду суп есть. А эти? Вот они такие в готовом виде. Очень симпатичные. Очень даже. Красивая такая она, какая-то прям очень волнистая. Волнистая и, ой, как у нас называется, когда вот такая вот она. Масло и неправда внизу под этим кейлом не видно, но они там. Масло, а какие приправы? Чеснок у тебя? Чеснок, чили и кюмен. Чеснок, чили и какой-то кюмен. Кюмен у вас? Да? А, кумин. Кумин, да. А, кумин вот там. Ой, хороший запах идет. Очень, да. Да. Все. Чеснок, чили немножко, масло и кумин. Окей. Потом лимон, да, потом лимончик еще будет, да, окей. Лимон. Сок лимона. Из чеснока давки. У нас клуб веселых и находчивых. Ой, вкусняшка. Салат делаем.